Сенат принял закон, запрещающий хранение ядерного оружия. Договор является первым международным документом в истории, который юридически запрещает хранение ядерного оружия. Согласно его положениям, применение и хранение ядерного оружия запрещены. В настоящее время договор подписали 70 государств, ратифицировали 23 государства. Ратификация документа полностью совпадает с инициативами Казахстана в области ядерного разоружения. Принятие данного законопроекта не требует выделения дополнительных средств из республиканского и местных бюджетов. На пленарном заседании сенаторы направили в правительство 16 депутатских запросов. Они охватывают все сферы нашей страны. Спикер Верхней палаты Дариға Назарбаева отметила, что депутатские запросы должны быть результативными. При необходимости стоит пригласить должностных лиц на заседание комитета, парламентские слушания или правительственные часы. Я думаю, что по этим вопросам каждый комитет должен провести конкретную работу. Если ответы удовлетворят вас, тогда хорошо. Если же нет ответа, то на заседании комитета надо продолжать обсуждать и рассматривать. Рассматриваем и обсуждаем. Для нас это не ответ.